Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем родить руку по названию Vigil. Окей, мы добрались до шахты, с боссов я никаких еще не встречал по пути, поэтому я не знаю, чего мне ожидать, что вообще будет. Шахтерский путь, подожди. Так, это то, что он обвалил, да? Доска объявления. Вербовка шахтеров, по всему вопросам обращаться к бригадиру Эдварду. Нахера мне красное излучение на мече, если он все равно не использует его? Проветривание, да, настоящий ужас. Вот это, походу, вот карта, да, все местности. Да, я думаю, интересно. Так, кошек, походу, хочет выйти. Ты уходишь? Нет, нет, до сюда. Ясно, кот выходит. Так, полетели. Что она дает какой-то яд либо отравление. Непонятный пушок. Мне так не везет нападения эти. А это медведь. Ха-ха-ха.
Так, увеличивает максимум хп. Снижает длительность истощения. Ага. Очень сильные сраные медведи. Сраку. Карта опасная. Кольцо кролика, кролик в котелке. Для чего я куда-то иду, просто куда-то непонятно. Бальная маска. Аксессуар для маскарадов, который так любят аристократы и церковники. Впрочем, подобное расточительство ничего хорошего не заканчивается. Пузырь крылья. Так, древесина, крылья. Сраный дождь. Я говорю, сейчас такой момент в игре, что я вообще просто не понимаю, куда мне идти. А, тут хотя бы дождя нету, и то радует.
не знаю, сколько тут там падает. Сильви, старое заклинание самое могущественное, словно рассвет и закат. Мы не можем встретиться, но мы нужны друг другу. Есть ли способ разорвать эту связь? О чем ты? Когда вообще здесь я последний раз светала? Люди никогда не верят в то, чего не может увидеть. Вы мне так нравитесь, и поэтому... Ты открыла врата, теперь моя сестра хочет уйти, но... У нее не вышло. Я думаю, ты обязана помочь мне остановить ее. И что же ты хочешь, чтобы я сделала? Если моя дорогая старшая сестра хочет вернуться домой, ей понадобится вечный свет и очень много сил. Ты решила довериться мне? Я должен предостеречь, напомню, и что куда важнее, рассказать. Ах, как труден людской язык. Даже без вечного света моя сестра все еще может получить силу других способов. Нам нужно действительно быстро, чтобы определить ее. Принеси мне вечный взгляд. Если вдруг ты еще не нашла ключ, я дала его художнику по имени Хью на хранение. Так, а что мне дали? Старинный инструмент украшен изысканной резьбой и явно сработан руками умелого мастера. Сейчас это уже антиквариат, но в нем хранится немало магии. Используйте его, чтобы недавно меньше получить урон. О, это полезная херь. Против боссов поможет. Тупой дождь. Окей, сохранить, да. Я вообще урон не получаю. Такая громкая музыка, это жесть. Именно в этом лицу. Так, что у меня вообще есть? Можно использовать для украшения комнаты. Для чего? Зачем? Понял.
почему моя секира? А, вот теперь нормально. Мне просто немного испугало. То, что у меня все уменьшилось. Урон. Ясно, это сокращение пути откуда-то куда. Смотрите, у него эффект, он плюет в тебе глаза. И все. Как эта вещь упала? Мне предлагают идти в заброшенный город. Пойдемте в заброшенный город. Так, окей, куда у меня есть спуск? У меня есть спуск вниз. Дело в том, что я не знаю, что это. Ну, типа, тени. В натуре я еще хилку использовал. Восстанавливаю выносливость после успешного уклонения.
Давайте, наверное, это тоже прокачаю. Заброшенный дом. Какие-то тени теперь на меня будут нападать. Замечу, агрессивные. Агрессивным надо больше урона наносить. Я просто не понял в натуре, что тогда было, что мне так хп снесло. Снаряжение. Клинки хуже всего, что у меня есть. Ладно, а тень просто ногами меня отбуцать хотела. Ну, опыта дают за них так, но я как понимаю, я уже буду долго прокачиваться. Агрессивная стала все-таки. О, сундучок. Золото. Бля, мне уже кажется, у меня уже там золото, и хер знает сколько. Куча тучи. Да уж, теперь я куда-то еще попал. Ладно, заброшенный дом. Уксус. Снадобье из лекарственных трав и... Я не понимаю, что это за черная херня. Нужно будет ту секиру новую затащить тоже. Теперь это домик. Что там у нас так как-то там много? А. Так,
навыки. Подтвердить. Портрет. Манати, я думал, тут вообще портретов не будет. Министр финансов далекой чужеземной империи своей мудрой землей политикой привлек страну к процветанию. Так, назад, как я понимаю, уж не вернусь. Плохо. А, не, нормально. Мне нравится то, что он мне не успевает даже урон нанести, эта тень. А, все, понял. Не в моей, так сказать, перспективе. Я думал, типа, они не трогают, если я их не трогаю. В натуре кресло можно использовать для украшения комнаты. Какой комнаты? Так, я иду в какую-то пещеру. Окей, сейвинг. Зелье исцеления неплохо. Так, туда я прыгну, больше не вернусь. Ну, допустим. А, в принципе. Бля, как? Опа. Изи. Я понимаю, что я могу пойти вниз, куда-то, поплыть. Ну просто понимаете? Он хотел меня что-то кинуть? Thank you.
Сейчас бы своих подпаливать. Я сейчас вернусь обратно туда, в домик. Я просто сейчас пытаюсь сообразить, где я нахожусь. Ты уже слышал про чуму? Просто ужас какой-то. Некоторые говорят, чума вызывает гнилая вода. Другие грешат на почву. Не знаю, чему и верить. Дальше идти опасно. Береги себя. Это же... Да. Это же выход к городу. Почему это прорисовывается херово? Источником чумы могут быть... Так, это было... Пока нет. Хильда, эй. Знаменитая сестра Дейзи из Дозорна? А ты кто? Так, кто берет много времени. Меня зовут Хильда. Больше тебе знать не нужно. Я тебя тоже не знаю, но, однако, предупреждаю, не слишком доверяй добрякам. На деле они могут оказаться сущими монстрами. И почему я должна верить подозрительному незнакомке? Ха, ты славно в кармане лезешь. Мне нравятся твои вещи. Прихватить с собой эту вещицу, я за своей внешностью слежу, поэтому такая уродливая штуковина мне ни к чему. Это глаз? Жутковато, не знаю. Но тебе пригодится, если захочешь поговорить, найди меня у разрушенного моста на шахтерском пути. Так, а что тогда эти глаза у нас? Странно. Ладно. Привет, леди. Ты вроде не из местных. Я дозорная. Ого, дозорная? Значит, ты охотишься на монстров? Можешь мне помочь? Я шла за деревней у гавани, когда нас затопило, мне удалось выжить, но моя семья погибла. Мой дом разрушен, я хочу туда возвращаться. Можешь найти штуковину для украшений? И в подвале моего старого дома. Спасибо, там расположена на окне деревни. Перед входом в деревню лежит деревянный телег. Раньше на улицах было столько людей. Я скучаю по прежним временам. Дом Авроры. Простите, сейчас я занята. Соседи, займись делом и отнеси эту посылку в городский зал Майя. Отдай ее Карлосу. Он знает, что она. Ладно, но Дэзи сказала, что у тебя есть лекарство для лечебницы.
Ты пришла, потому что Дейзи попросила забрать лекарство? Мне некогда объяснять, но... Ладно, раз уж выхода нет, я объясню, но слушай внимательно, повторять не буду. Просьба Дейзи и мое поручение связаны. А да, это Карлос, и он приготовит лекарство. Взяли исцеление. Как обычно, я позабываю. Окейшки. Дома мы сюда не ходили, да? Да, сразу видно, что сюда мы еще не ходили. Вы видите, я чисто... Играю не то, через что надо. Так, неплохо. Кольцо шипов. Кольцо шипами наносит урон при кувырке на врага. Интересно, а как оно влияет на подкат? Ядовистая стрела. Но я не лучник. Окей, поехали. Посмотрим, куда это меня приведет. Золотистый слизень, да ладно. Все-таки оно существует. Затопленные земли. Ну погнали в дом первый. Ботинки искушения снижают. Ну
золотистый слизень. Тун, 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 тун. Может, мне в обратную нужно? Погнали в домик. Че там была г. Шкатулка из украшений. Шкатулка из украшений. Искусно сработанный и декоративный, изящная резьбовая шкатулка. О, там еще что-то есть. Неизвестный порошок. Мелкий белый порошок в умелых руках превращается в лекарство, способное спасти жизнь. Какое-то место. Так, взялись с оленем. Понимаете, я даже не понимаю, куда я иду. Я просто иду. Просто мы идем между домами, но я еще не ходил в правую сторону, а в правой там, скорее всего, что-то ценное. Золото, золото. Thank you.
Оп. Изысканный шкаф. Для чего я собираю вообще эти вещи? И нужно не забывать, что у меня есть телепорт. Что я могу телепортироваться между этими локами. Вот что, вот горькое лекарство? Куда оно попало? Просто горькое лекарство? Куда оно идет? Где оно лежит? Кто его знает? Ах, ладно. Оружия вообще нету. Чувствую, что-то скоро будет. Лодка на мели, пошли. О, только заметил. Понятная херобора. Я думал, типа, золото из них падает, значит, это... Золотые слизни. Метательных ножом мне этих уже до хера просто. Кольцо с терминалом. Ну да, такое. Ага, это типа... Сокращенку, да, типа открыл? Стоп, а где сейф? Что я не понял, подожди, а где сохранение? Короче, хер его знает. Ладно, давайте я просто сову использую.
Вот где все предметы, тю. А я смотрю только квестовые. Любимое изображение амулета, с которым он никогда не расстается. Странно, ведь оно позволяет всего лишь осматривать область уровня ниши. В смысле? Этот напиток, приготовленный из дикорастущих трав, собранных в землях, обладает свойством предварения и лечить оглушение. Сук! Я не хочу знать, что было бы. Ой, только заметил. Плохая херня. Блин, у меня столько этих уже камней. Так, а давайте я в эту сторону пойду. Что здесь? Крушитель севера. Ладненько. О, это что он опасно делал? Кольцо змеи близко. Пара переплетенных на кольце змеи таится в тени и нападает, лишь когда жертва того не ожидает. Урон, удар в спину. Уровень.
посрать. Что мне там дали? Какие-то морские глубины. Морские глубины можно использовать для украшения комнаты. Ясно. Чисто когда пошел за украшением. Затонувший Мэри Роуз. Сколько я еще буду на этом корабле? Наконец-то. Так, инвентарь. Министр финансовых. Так, это было... Портрет доктора Шванна. Доктор Шван, известный любовью к справедливости, готовится отдать все во имя своих убеждений. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще один где-то. Черный плащ. Инетарый плащ наделен загадочной силой. Похоже, черный самый популярный цвет. О, нифига. Ну, как обычно, мы сейчас спустимся, посмотрим, что здесь у нас. Окей. Золото. Хотя мог я просто подойти к сохранению, да и все. Так, что мне там дали? Что-то из роту какой-то. Так, что мне там дали? Можно использовать для украшения комнаты. Я как будто в DLC какой-то играю, я не знаю. Где я собираю просто предметы для своего дома. Камень.
железная стрела. Так, сейчас грязь пропала. Отлично. Так, горючая смесь. Видос. Да, можешь сюда ко мне не идти. Спасибо. Очередное сохранение. Я просто на корабле и все. Ничего. Слишком большое количество развилок. Ну и что? Понятно. Так, вопрос, как мне тройной прыжок дадут или что? Когда босс будет? Я уже просто по этому кораблевскому... По кораблевскому, вы поняли, хожу хер уж знает сколько. Я уже не вспомню, когда я последний раз сапался. Так, снаряжение, черная маска с перьями. Ясно. А, подожди. Черная, как сама ночь, маска добавляет загадочность своему владельцу. Не знаю, я прокачу уже хер пойми что. Я уже вообще все прокачал. Оружие не вкачу, потому что оно мне нахер не сдалось. Ну, оглушение раздал и все, хватит с них. Но я уже понимаю, что у меня золото там, ну, больше, чем надо.
Ясно. Когда босс будет? Походу нашел босса. Я не знаю, что делать. Что это за хрень? Как мне вот это одолеть, что сейчас бегает? Что за бред? Я ходить не могу, почему я ходить не могу? В чем херня? А что мне делать? Я не понимаю, как урон. Что за бред? Это жесткая бредятина. Ага, и мне теперь заново все вот это проходить. Ну, ждите, пока я туда добегу. Вот опять, почему мне хуло дается?
Фу, бля. Водный уровень херовый тем, что у меня 30 FPS, понимаете? Сейчас я не понимаю, что с ним делать. Я вот эту стадию не понимаю. Нет, нет, нет! Ух ты ж, ё-моё! Это что-то с чем-то. Странное кристаллическое образование. Кажется, в нем заключена толика магической силы.
все, идите в сраку. Нужно еще будет туда вернуться обратно, где и до этого надо, да? То что, когда ты с первой серии по этому снимаешь, ты начинаешь гореть уже. Вот это был босс, блин, довольно сложный, но... Заперто. Все, наконец-то сохраняемся. Ладненько, давайте на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Мы поднимемся сейчас еще наверх. Наверх карту. Посмотрю, куда там путь был проложен. И потом сюда вернемся. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.